Однажды Пинки Пай пригласила своих лучших. Однажды Пинки Пай пригласила своих лучших подруг отпраздновать день рождения Зубастика. Вы не представляете, как я рада, что вы пришли на вечеринку Зубастика! У тебя лучшие вечеринки, Пинки Пай, сказала Флаттершай. Когда праздник подошел к концу, они стали прощаться. Я столько не плясала с твоей последней вечеринки, сказала Эпплджек. Отличная вечеринка, сказала сумеречная Еще искорка. Еще увидимся, крокодильчик, сказала Радуга Дэш. Браво, еще один изумительный вечер, сказала Рарити. Надо повторить, улыбнулась сумеречная искорка. Обязательно нужно повторить! И они действительно собирались повторить, потому что решили устроить вечеринку-сюрприз для Пинки Пай. На следующий день Пинки Пай пришла к сумеречной искорке. Она решила устроить Зубастику еще один праздник. Ты хотела повторить вечеринку, и я повторяю! Твое приглашение! Сумеречная искорка быстро придумала отговорку и сказала Пинки, что не сможет прийти. Я очень хочу, но мне нужно засесть за учебу, сказала искорка. Пинки Пай побежала на ферму «Сладкое яблоко», чтобы пригласить Эпплджек. «Кто готов тряхнуть копытами?» Эпплджек не могла рассказать Пинки про будущий праздник и тоже придумала отговорку. «Я не могу. Мне, надо собирать яблоки», сказала Эпплджек. «Трех гостей хватит для веселой вечеринки!» решила Пинки Пай. Тогда она пошла в бутик-карусель пригласить Рарити. «Еще одна вечеринка Зубастика будет сегодня!» Рарити не хотела портить подруге сюрприз и тоже придумала отговорку. «Мне надо помыть гриву!» сказала Рарити. Пинки Пай понесла приглашение Радуги Дэш и Флаттершай. «Нам нужно присмотреть за домом медведя!» сказала Радуга Дэш. Те тоже сказали, что не могут прийти. «Что у нас тут где-то живет медведь?» Пинки Пай недоумевала. «Зубастик, здесь творится что-то странное!» Тем временем искорка прокралась в кондитерскую, чтобы купить торт ко дню рождения Пинки. Она напомнила миссис Пирожок, что вечеринка – это секрет для Пинки Пай. «Я не хочу, чтобы она узнала», – сказала сумеречная искорка. Пинки Пай огорчилась из-за того, что искорка что-то от нее скрывает. «Но мы же друзья! Что может искорка держать от меня в секрете?» Она решила узнать, что происходит. Пинки Пай замаскировалась и проследила за сумеречной искоркой до дома Рарити. «Она не видела меня в кондитерской!» – прошептала искорка. «Она может все нам испортить!» – сказала Рарити. Пинки Пай проследила за Рарити и увидела, что та отдала торт Флаттершай. Друзья планировали вечеринку без нее. «Представляешь, сегодня она решила повторить вечеринку», — сказала Рарити. «К счастью, мне удалось придумать отговорку», — сказала Флаттершай.
Я думала, вам нравятся мои вечеринки, пробормотала она. Вдруг Пинки Пай заметила радугу Дэш, которая шла по городу с сумкой припасов. Она решила заглянуть в сумку. Что там в сумке? Пинки Пай гналась за Дэш до амбара Эпплджек. Пинки Пай постучала в дверь. Я знаю, что вы там! Тебе сюда нельзя, сказала Эпплджек. Пинки Пай устроила праздник Зубастику без подруг. Взамен она пригласила странных гостей. Потрясающая вечеринка! Вы превзошли самих себя! И я прекрасно провожу время! Можно мне еще пунша? Могу я попросить кусочек торта? Радуга Дэш пыталась убедить ее успокоиться и пойти с ней. Давай покинем это мрачное место и переместимся к Эпплджек, сказала Радуга Дэш. Пинки не догадывалась, что ее ждет вечеринка-сюрприз. Отлично, провожу время! Радуге Дэш пришлось впихнуть Пинки Пай в амбар, где все уже было готово. Сюрприз! Закричали пони. Это был сюрприз на день рождения Пинки Пай. Все пони давно это планировали. День рождения! Как я могла забыть про свой день рождения? Нам пришлось придумывать отговорки, чтобы как следует подготовить вечеринку в твою честь, сказала Рарити. Они старательно держали все в тайне, чтобы не испортить сюрприз. Мы хотели сделать сюрприз, сказала Радуга Дэш. «С днем рождения, Пинки Пай!» сказала сумеречная искорка. Пинки Пай была счастлива. «Девочки, вы лучшие на свете!» сказала она. «Празднуем!» сказала Эпплджек. Пинки Пай усвоила ценный урок. «Всегда жди от друзей лучшего и даже не думай о худшем!» Пинки и Зубастик отлично повеселились на вечеринке со своими друзьями. Конец.